мы оказываемся в горах без альпинистского снаряжения. Мне кажется, это место небезопасно. Поторопись, не то на тебя обрушится лавина. Мне уже приходилось этим заниматься. Мы оказываемся в горах без альпинистского снаряжения. Мне кажется, это место небезопасно. Поторопись, не то на тебя обрушится лавина. Мне уже приходилось этим заниматься. Вот это место. Место крушения. Сколько тебе было лет? Кажется, 9. Что-то вроде этого.
это уже настоящая экипировка для восхождения на гору. Это люди Ратланда. Я просила его заниматься своим делом, а он носится за мной по всему свету. Может, он тебя не расслышал? Думаешь, он внутри? Сомневаюсь. Наверняка сейчас лежит дома и плюет в потолок. Все выглядит каким-то нереальным. Я представляю. Я знала об этом тогда, знаю и сейчас. Не переживай, Зип, со мной все будет в порядке. Я знала об этом тогда, знаю сейчас. Ты всегда присмотришь за мной. За тобой и за Винстоном. Он выписывает чеки. Это он. Вот тут ты ошибаешься, Зип. Это все звенья одной цепочки.
Теперь осталось еще одно место, которое я бы хотела посетить. Это недолго. Живет злой братец Деда Мороза. Черт бы меня побрал! Это слишком рискованно, Лара! Не волнуйся. Тут! Али! Али!
превратишься в ледышку. Если бы я только умела ходить по воде. Я очень рад, что сижу дома. Замечательно, Зип. Перестань. Прости. В прошлый раз вас здесь не было. Thank you.
меня просто пугает. Thank you.
каждого предмета здесь есть символическая функция. Было бы здорово, если бы в жизни так было. Вот черт. Не одно, так другое. Откуда ты знала, что оно тут окажется? Дайте мне минутку. Эскалибур восстановлен. Отличная работа, Лара. Он разрушен, но, возможно... Если это все, что он делает, мы впустую потратили кучу времени. Пора начинать придумывать, как покинуть этот монастырь. Как насчет помахать Эскалибуром? Просто так, для развлечения. Это бесценный артефакт, а не игрушка. Я просто предложил. Возвращаемся в Боливию, а там посмотрим. Мне понадобится свежая голова, парни. Не отвлекайте меня, пожалуйста. Удачи. Каждый, кто встанет между мной и камнем, умрет. Стой! Я не хочу, чтобы здесь случилось что-то непоправимое, но это произойдет, если ты подойдешь ближе. Убейте ее! Thank you.
Джеймс! Аманда! До встречи! Джеймс! Мне жаль, Аманда. Правда. Что ты делаешь? Не подходи к нему! Это то, зачем я пришла. Не стоит, Аманда. Мы обе можем сделать это. Это работает только один раз. И я намерена получить все. Я винила себя,
А это была ты! Ты убила ее! Убила? Она не умерла! Она отправилась туда, куда должна была пойти я! Объяснись сию же секунду! Или клянусь, я убью тебя на месте! Я говорила тебе вытащить меч! Я говорила... Отвечай! Где моя мать? На Авалоне! Это не миф! Ты не понимаешь? Ты никогда не поймешь. Я зря сотрясаю воздух. С этой секунды каждый твой глоток воздуха – мой тебе подарок. Лара. Многие годы мой отец верил, что мама жива. Только это давало ему силы идти дальше. Я жалела его. Алистер, немедленно ступай в Британский музей. Позвони мне оттуда. Оденься потеплее, это надолго. Хорошо, я иду. Зип, позвони профессору Эддингтону в Кавендишскую лабораторию. Договорись о встрече. Сделаю. Что ему передать? Скажи ему. Скажи, что мой отец был прав во всем. И что, возможно, у нас еще есть время что-нибудь сделать.